глаза, ведь движется мир в никуда. Нам нужно от сна пробудиться, стремиться в обитель Отца. Как трудно идти нам сегодня, не зная, что завтра нас ждет. Пусть милость над нами Господня, надежду на сердце прольет. Нам нужно скорее Христу обратиться и в чистое небо всем сердцем стремиться, чтоб в вечности быть со Христом, в обители с вечным Отцом. Последнее время, и жизнь суета день за днем. Но трудно нести жизни время, не зная, что будет потом. Пусть греет на сердце надежда в ту вечную жизнь в небеса. Ведь вечность для нас неизбежна, судьба наша в Божьих руках. Скорее к Христу обратиться и в чистое небо всем сердцем стремиться, чтоб в вечности быть со Христом, в обители с вечным Отцом, стремиться в родные.